Так, а мне надо тоже набор сдать. Ну, сдавай. Потом я к чуваку подойду, и ты просто Б нажмешь. Ага. Ну, чтобы сэкономить на время. Угу. Ну, заеб... Шибись, в общем. Хотел помочь чуваку, блин, называется. А он тебя убил. Нет, а зацепился за место этого за Райса. Ну, за людей Райса. Отличный тяжелый колонн. Чувак, чувак, не бесись так сильно. Вставай, тут уже нет никого. Хорошо. О, кстати, а сейчас у меня реально восстановилось. Ну. Починки? Да. Но только у одного оружия. Я говорю, они восстанавливаются. Но как-то странно. Ну да. Может, значит, не на все. Может, не на все, а может и не на... А может, не всегда. Не всегда, да. То есть через раз, может, там, через два. Всякое бывает. Ладно, ну что ты там, добежал? Ну, почти уже, в принципе. Ты в любом случае беги, как бы, потихоньку. Чтобы у тебя там что-то происходило, там, не знаю, убивай зомби. Я ж починил тебя. Оу, сработала удача. И я чуть не умер. Один хп. Оу, вот мне бы пригодилась удача. Сейчас твоя помощь. Ты там насколько далеко? Ща бомбанет. Ща бомбанет. Ну зашибись, и надо было ему влететь именно в меня, да? Нажми N, нажми N, нажми N. Что нажать? Все, неважно, N надо было нажать. Ну, я нам помог немножко, сейчас у нас будет с тобой. Соревнование, что ли? Нет, плюшка. Плюшка, слышь? Я тебя спас так-то, не? Может, что-то дашь нам? На! Я, короче, чувака спас, а он нам ничего не дал. Продолжил драться с зомби. Ай-яй. Какая жалость. Get away from me. Тут какие-то серые. В смысле непонятно. Серые? Ну, серые, то есть, знаешь, вот есть... ты чё? Какие он на меня напал? Кто? Вот этот чувак, ну серая, как бы серый индикатор. Серая, серая стрелочка, есть красная, да, есть какие-то там желтые, зеленые, то есть там спасите, вся фигня. Меня грохнули, зашибись просто. Я не знаю, где я, далеко, недалеко. Посмотри по карте, можешь близко нажать? Беги. И парня попробуй заодно спасти. О, как это было больно. Не, парень, походу, уже умер. Да пофиг, 15. Давай, почти уже, давай. Я всех раскидал. Красавец, да я видел, кстати, как ты раскидал. Эпичная бомбочка. Фига себе! А, тут их еще раз можно спасти. Видимо. Правда, у меня хп 0 почти. Я, короче, еще раз дровяка завалил. Я не могу тебя хернуть. Блин, да чувак, я два раза здоровяка завалил, ты будешь уже нам что-нибудь давать или нет? Остановись, успокойся, дедуля. Кто там говорит? Трой, there's a distress message coming from the fan zone. That place should be empty. Yeah. Right, maybe I'll check it out. Ну зачем? Зачем ты их убил? В смысле? Я тебе жизнь пытался спасти. Тебя ж кусали. Я хотел залезть наверх и на них спрыгнуть. Ну как-то у тебя это не очень получалось, насколько я видел. Тем более, откуда я знаю, что ты хотел? У меня, кстати, по оружию уже 22, чувак, слышь? Нормально. Ну, уровень, в смысле. Ну, я понял. Что не убить.
Да опять ты всех здесь убил. Ну блин, ты меня не предупреждал, что ты опять хочешь это сделать. Вау. Ай. Так, вот у меня удача сработала. Так, нам походу внутрь. А ты что сюда метку кто поставил? Ну потому что о, сюда. Статуэтка. Ну... Вот видишь, понял, почему я сюда? Ну да, конечно, мимо нее вообще прошел такой. Лифт. Не, на самом деле, лифт, да? Его можно вызвать. Не, на самом деле, лифт, да? На самом деле? Да. Это ведь правда, да, не шутка? Да. Серьезно? Так, ладно. Эй, а чё вторая не открылась? Они, ну им, короче, не доплачивают, поэтому... Так, давай аккуратно пробираться. Фига здесь! Всего лежало. Патроны, которые нафиг не нужны. Карточка. Которая тоже не дается. Ну, конечно же, дверь заперта. Так. А, вот. Карта, ключ нашел. Так, вот сюда, 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 ко мне. Здесь можно пройти. Ну а? Ну как далеко мы прошли? Тут еще одна, давай. Смотри, смотри, смотри. Чувак, ты прилип. Я, короче, ну, открыл дверь и при этом, ну ты понял, да? О, там что-то есть. Там это где? О, и вправду. Я, короче, дверь открыл, и при этом это... Не стесняй, повернулся. Да-да-да. Ну я говорю, ты прилип к ней. Так, я отключил. О, дверь пакета. Тихо. Шутник прям до попы. We're in a fan zone. This place is a trap. Keep people the hell out of here. Understood. Now take your own advice and get out. Куда пошел? I think I'm gonna have to deal with this one, Troy. Crane out. Ah, so you wish to challenge me? Excellent. Take the elevator. We will bring you straight to me. Эпик. Кинуть офис. Ну что, долго тебя ждать? Ваше положение будет ухудшаться. Такой джин. А почему? Где анимация? Понятно. А, вот. Повышенная уровень. Воу! Он стреляет по нам, чувак. Такие дырочки. Че ты заткнулся-то сразу, а? Потому что нет его больше. Troy, it's Crane. You all right? Yeah, some psycho's been luring people into the fan zone and hunting them. Must be 15 or 20 bodies down here. Is he dead? And dead as I can make him. Crane out. Так, здесь что-нибудь интересное есть? Интересно, здесь что-нибудь интересное есть? Вот и я про то. Здесь дверь открыта абсолютно так же, как у нас. Так это тот же самый этаж, как бы. А, шутка юмора, что по идее тот же, но не тот же. Мы же поднялись, ой, мы же спустились, а потом поднялись чуть выше и по канализационке. Опять по туда, да. И отличная туда же пришли. Почета, отличная почета опять. Панганга. Да ты задрал! Ты что думаешь, я этого не услышал, что ли? Если бы я выстрелил, ты бы не успел среагировать. Поэтому я решил, что так. Не, ну я для тебя специально никогда не стреляю, специально делаю это медленно. Ну, понятно. Это проверка на реакцию. Я по-честному это делаю. Ой, заработал. Странным образом.
Так я только что электричество включил, слепой. А, точно, точно. Действительно. Краем глаза это видел. Действительно. Действительно. А, точно, да, был такой, да. Действительно. Интересно, девки пляшут. Так, и чё? Действительно. Действительно. А, я уже думал, вас в лифте на пожизненно заперли, знаешь? А мы всего лишь ехали. Так, ладно, добер... Ау! Попой сел, да? Да. Так больно, да? Так, давай сюда, что ли, добежим? Колючкой на попу. О, смотри, мы их можем убить. Минус один. Ты, короче, оттуда убивай, я отсюда. Все, готово. Тебя не звали. Тебя тоже. Прикрывай. Я попробую вскрыть. Готово. Ты на нас бегунов натравил? Да, я знаю. Молодец. На это и было рассчитано. И тут, кстати, красный ящик. И бегун куда-то исчез один из. Пошел вон отсюда. Сказал, пошел вон с крыши. Открыл? Да пошел ты! Ты куда бежишь-то? Пойдем в синюю точку, мы же с тобой разведуем. Только что оттуда мы с тобой. Не-не-не, вот совсем далеко. Ну, совсем-совсем далеко? До края, да. Так мы же там были. Нет, а, до самого края. Там мы не были. Все-все, понял. Там куча автобусов, видимо, здесь пытались уезжать люди. Кстати говоря. Так, будем вон ту синюю защищать? Рядом, синька какая-то. Эй, или... ты меня пугаешь. Их две. Еще под нами груз. Воу. Воу. А где они? Они внутри. А как ты туда? А как туда я прошел? Туда? Я туда еще не зашел. Как, говорит, ты туда зашел? Ты зашел туда? Нет. Сейчас найдем вход, не парься. Походу он здесь. А, нашел походу. Все, да, нашел. Они был? Совсем снизу. Под землей? Да. Ну, не под землей, а как бы на первом этаже. О, я пока вышел. Красный. Мне жопа. Тут плёва тварь. Я сейчас попробую найти вход. Воу. Хопэш какой-то великолепный восточный. Красиво выглядит. А, нет. Так, ну я вроде их спас. Так. Ну, идем не сюда. Бу... Там, не да, вот с той стороны. А, вот все нашел. О, тут угольки какие-то. Угу. Все, что? Ну, я пока ты там... Не говори, что мы опоздали. У меня, слышь, 999 отмычек. Нормально. Сфигали. Максималка. А, я понял, я походу случайно у него купил все отмычки, которые у него вообще были. Правильно, ну что еще столько сырей тратить? Так, вроде открыл, кстати. Чё у нас здесь? Мешочек и охотничий мачете. У меня замечательный хапаш. Ну, прикольно, кстати, так он. Так вот, смотри. Чего? Ну сюда и подойди. Сейчас, подожди, ловушка. Воу! Привет! Ты понял, короче, да? Че эта фигня делает? Так я и в прошлый раз еще понял. Так, здесь есть груз, ну че, прикроешь? Я открою. Не знаю, я бегу еще. Я кое-как от толстого спасся, блин. Ты его убил, я надеюсь, да? Да-да-да. Давай, я тебя попробую прикрыть. Спасибо.
Сказал, попробую, ты же видел, где я был, когда ты начал открывать. Я еще не начал открывать. На меня просто напали. Ладно, давай, я по бырику. Сейчас, у меня нет энергии, погоди. Вуаля. Открыл? Угу. Только меня кто-то бьет, да? Ого, такой. Ты чё так орёшь? Придаю эпичность. Ну взорвался он рядом с тобой. Какая она кривая. Капец. Не, ну специально-то стрелять не надо. Не, ну почему специально? Я их убиваю. Воу, привет. Нам можно пройти еще дальше. О! Кто бьет? А там что-нибудь есть, интересно? Интересно или интересного? Интересно, интересное есть. Да, фиолетовая какая-то хрень. Вон, вскрой. Сложность трудно. Я не справлюсь, да? Изи. Я халву ем. Исключительный ледоруб и мешочек с золотом. Статуэтку прям не заметил вообще ты. Где? Ты ее прям не заметил, ты рядом с ней стоял. Такая, опа, так она! Я потому что сразу к сундуку. Ай-яй-яй. Как у меня чешется глаз. Ну, вроде тут, кстати, больше ничего интересного нету, да? Кроме бегущей на нас зомби. Я быстрее ей башку снес. Я искал ее. Так, ну пойдем дальше. Ну что, вниз тогда, как ты и просил? Ну, только... Да я думаю, туда нет смысла. Фак, я думал, он нормальный. За что? За что мне все это? Правильно. Кончился он. Так, эй, пошел ты! Кыш от моего друга! Прикольный пистолет. Если быстро нажимать, то он так прям стреляет, так. Ну, так у меня по факту этот тройной выстрел стоит. Ну то есть я сразу могу три раза выстрелить. Ну их седьмая мышка, сам же знаешь. Нет. А, ну я ее, кстати, сломал не так давно. Оу! Короче, ударил, там... Ай! Есть... Я умер! Чувак! Я не ожидал, что я упаду и там ну будет... Ну ты молодец, вообще! Я, короче, кошку нажал, и она у меня баунс и не сработала. Поднимай. Ты что, живой, что ли? Не-не-не, поднимай. Оу! Оп! Кончился. Что тут есть? О, тут груз. Ну так а ты что думаешь, сюда я пошел? О, тут что-то взрывоопасное. Просто я как бы открываю. Все, больше ничего нет. Ну тоже прикольно, а ты не хотел сюда идти, видишь? Ну я увидел, что там что-то есть. Окей, я не буду спрашивать, за что я зацепился. За воздух. На самом деле это примерно так и было. Так, давай вот здесь спасем чувака. Нет, не взрывайся. Что там?
My friends, Heinrich and Felix, said if I drank enough, I would be immune to the disease, because, you know, alcohol kills the germs. Ну, that's чё? Science, so that's right. Yeah, so I make myself completely immune, okay? So 4 days later, куда вышло? And the whole city is all, you say, locked down. But Felix and Heinrich are gone. They are my best friends. They left me behind. I looked in the mirror. You know what I saw? They drew a thing on my face. You know, a man thing. I was so mad. Still am, pretty much. So, I'm going to get back at them. But first, I must figure out how. How to believe, but it's all true. Круто. В общем, потом послушаешь у меня диалог тогда. Я так понял, у тебя его не было, да? Был, был. Просто здесь был замес, который я благополучно решил. О, тут есть банкомат. $323. Ну, все, вау! Теперь ты богатый человек. Еще 285. Чувак, чувак, вау! Чувак, ну все, ты теперь богатый человек в умершем мире, да? Да-да. А мне два раза по 340. Так, ну что, идем дальше? На синюю метку. Все под контролем. Так, на синюю, да. Он блюет стоит. Так, этих двоих я убил, остался. А-а-а! Прям мне, сука, в морду. Что случилось? Да тут телепузик просто. Но я его убил. Веселая локация. Веселые локации. Та-та-та-та-та-та. Ты тоже. Дорогой, мысли сходятся. Пойдем травы наберем, а то у нас ее не осталось, по-моему. По-моему, у меня ее дофигища. Ну, на всякий случай, я думаю, надо набрать. Так что, как-то так. Так, ладно, что-то я подвис немножко. Так, не стреляй, чувак. Реально. Убивать! Как зомби, мозги, так ты убивать. Ладно. Так, собираем, 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 собираем. Я думаю, чуть-чуть соберу просто, ну, чтоб на всякий случай, чтобы этот. Ой, чувак, ты чё падаешь? Ой, чувак, у него голова отвалилась. Ну, знаешь, сижу, смотрю на зомби, а у него вдруг раз и голова отвалилась. Сами себя убивают. Да-да-да. Блин, оказывается, сюда можно было пройти аккуратным способом. А не нашим извращенным, да? Ну как-то чуть наверх запрыгнули, потом вниз спрыгнули, потом чуть не умерли. Где ты? Рядом с тобой стою вообще-то. Так. Сука, это вода боссана. Желтая. Что у тебя все об одном мысли-то, а? Чего об одном? Я, по-моему, первый раз такое сказал. Нет? Да? Я это слышал, было давно. Сейчас чего? Так, знаешь, так 10 комментариев сразу. Да, он это говорил. Да сейчас, вот сейчас вот по-любому тебя поддержит. Так, ты куда-то непонятно метку поставил, куда-то в небо. Метка в небо. Он кто-то рядом с нами орал, слышь? Вон они, вон там он. Ты! Ах ты ж тварь! Вау! Видишь, он начал нападать, да, неожиданно? Вроде бы спас его, а он напал. Пинаем, пинаем с горки, пинаем. Труп пинаем. Точка. Мы там были, ты куда? Что мы были? Мы тут... Я тут не был, например. А. Ну да, мы были чуть-чуть в другом месте. Че там, ничего нету? Нет, так, переключись на оружие дальнего боя. А, он только ночью. Блин. Кто? Да, этот, бегун. Там зона его рядом.
О, отсюда. Слушай, а что если? Ничего не будет. Просто прыгнешь и потеряешь время. Там была мель. О, господи, ты просто вообще. Тут тонна литров воды гектарами он нашел мель. Единственное место во всей игре, где можно спрыгнуть на мель, он его нашел. Потому что я и пишу. Да, ты сделал мой сегодняшний день. Салю, салю, мясной салю. Салют из головы. Ты чё там опять умер? Запнулся об камень ещё, что ли, скажи? О, нифига себе. Чувак, ты чё здесь? Я тут прилёг отдохнуть, подожди. У меня вопрос, как ты умер? О, я опять под землю провалился. Ты как умер здесь? Никак вообще не умереть. Можно. Вот так. У тебя нету ног. Давай, нету ног. У тебя ноги в скалу ушли. Так что, на руку мне наступил, сволочь, главное. Можно было бы, я бы тебя еще столкнул. Я бы тебя потом столкнул. О, привет. Я слышу молот. Воу-воу-воу-воу-воу. Это было красиво. Фига они из окон выпрыгивают. Так, нажми эту карту. Вот, все, метку перепоставил, чтобы нам... Ну, ребят, мы просто решили всю карту расследовать, исследовать. Уж, не обижайтесь. Я думаю, все равно у нас там осталось чуть-чуть до финала. Надо как-то подрастянуть, а то что, мы дойдем до финала, а потом будем бегать. А потом, уже будет потом не... будем бегать. Это уже будет не так интересно, мне кажется. Что за прикол? Я выстрелил, короче, в этот, в рубильник, да, с огнем? Угу. И меня кровью забрызгало. Нормально. О, я зону Дэс нашел, пойдем. Так я как бы тоже, по идее, ее нашел только что. Так, ну... Только ты спасаешь там кого-то, да? Нет, я людей Райс убивал. Вот, видите, не просто так изучаем, мы находим зоны. Это важно. Ну, для меня лично важно найти зоны. Я люблю в них бегать. Тогда я починю только. Сейчас. Сказал, дай починю! А, там вспыхнуло! Вспыхнуло! Пойдем. А, я думал, там бочка есть. А там бочки не было. Ну ладно. Зона называется Новая Анталия. Комплекс. Затерянная Атлантида. Нет, видишь, комплекс Новая Анталия. Mm-hmm. И что здесь нас ждет, интересно знать. Не знаю, ты мне прочитаешь. Что ждет? Так, комплекс Новая Анталия. Соберите все наборы помощи при часе. Часе собственного достоинства. У тебя есть? Чё за плач ребенка? А ты угадай, кто может плакать? Чё-то мне это не нравится. Так, ты где? Я это самое. Плач ребенка хочу узнать. Ты слышишь это? Да. Он над нами. Чё-то мне как-то не по себе. Не, а я знаю, что это. Он... Кстати, открой вот эту. Трудно. Я тебе прикрою сейчас. Где? А. Угу. Чё он это? Это крикун. Это крикун, да. Он так привлекает к себе. Типа, ой, не, я так, плачу. Так все равно, знаешь, очково заходишь, и никого нету. А плачь всё сильнее и сильнее. Он за стенкой, по-моему. Ну, на самом деле, он над нами, по идее. Все, собирай. Собрал? Великолепная военная мачете, причем 600 урон, плюс драгоценности рыжие. Слушай, круто. Ты мне топорик потом скинешь? Какой? Так, мы еще внизу здесь не все осмотрели. Так, тут уже зомби ломятся, кстати.
Ладно, я на второй этаж потихоньку перемещаюсь. Ага, окей. Открыл тут дверцу. На первом этаже, наверное, хотя бы в одной комнате должно быть что-то. Тесс, если я сейчас, ну, как бы нечаянно смотрюсь, ничего страшного. Просто у меня что-то такое, это самое, нагнетание в груди идет. И если сейчас кто-то неожиданно выскочит откуда, боюсь, я просто не сдержусь. У меня, ну знаешь, так накаляется, и если, не дай бог, сейчас кто-то здесь выскочит на меня, я думаю, у меня пукан просто бахнет. А, да где малыш, блин? Чё ты тут, тварь? Ну, короче, я малыша-то, в принципе, нашел. Это хорошо. Но все равно тут такие звуки. Кто-то здесь еще плачет. Блин, у меня мурашки по коже. Твою-то мать. Так, я нашел набор. У меня реально, короче, меня в дрожь кидает. Холод такой. Так, я тоже набор нашел. Не по себе. Вот посмотрите потом. Тут я хожу, тут так страшно. Посмотрите потом, как он стыковал. Все орут тут что-то... Не знаю, мне, кстати, нормально как-то. Хотя вроде играю на большой громкости, ну, на высокой. Все равно как нормально. Да я тоже вроде не на тих. Как подняться наверх? Где-то еще ребенок плачет. Ну так-то по лестнице, наверное. А где она? А, вас нашел. Мне твоя помощь бы пригодилась. Я что-то дверь не могу открыть. Можешь ко мне подбежать сюда? Сюда. Вот, назад. Открой дверь, пожалуйста. А я тебя прикрою, если что. Ну, чтоб ты не сэканул сильно. Сижу сейчас... Там кто-то есть. Да-да-да, сижу сейчас, представляю, как ты сыкуешь сразу. Я тут в Хитмана на днях, когда проходил... Рыжая вещь. Давай, опять твоё. Проходил. Короче, иду, из-за поворота такой... Мужик выскакивает, короче, начинает по мне стрелять. Ты бы видел этот момент, как я просто вздрогнул. У меня пукан настолько сжался, насколько, я не знаю, там, даже не знаю, с чем это сравнить. Так, походу, там еще третий этаж, да, есть? Все, я открыл. Да. Офигеть, здоровяк. О, тут, короче, печенюги. Да, я тоже взял. Так, малой, по-моему, снизу, но он за стенкой, я почему-то к нему пройти не смог. Он вот здесь. Ну, ты, короче, осматривай, я на третий этаж пошел. Твою мать, он здесь. Да, я знаю. Он прямо за шкафом. Да, я знаю. Ну, походу, к нему можно через третий этаж спуститься. Пошел ты! И ты пошел! У меня патроны кончились. Обкакался, что ли? Откуда они тут все появились? Их же не было. Но они подгружаются периодически, зомби, ты забыл, что ли? Не нравится мне это. Сушеные фрукты, гвозди. Так, я нашел, короче, это силовой кабель. Это очень важная инфа была. Так, ну и этот набор, собственно говоря. А еще я какой-то палаш нашел. А еще тут музыка прям трындец как орет. Я чую, что если я взломаю эту дверь... Мне не поздоровится. А я ее взломал. И нашел последний. Вездеход. Мы открыли достижение. А что это за достижение, кстати? Не знаю. Наверное... А, найти, наверное, посылок сколько-то. А, или может мы это... Зоны. Самое, все зоны нашли, да. Блин, посылки. Если все зоны, то обидно. Поедите все зоны карантина, да, все. Блин, обидно. Ну, кстати, вот шутка юмора в том, что вот эта вот музыка больше нагнетает, чем вся обстановка. Да тут все нагнетает. Взломай, пожалуйста. Давай. Ты же у нас взломщик. Слушай, тут какой-то красный зомби, но почему-то я его убить не могу. Он на самом первом этаже. Нет, он отмечается, что он на этом. Блин. Ну что, взломал? Ну, да. Красавчик.
средневековый длинный меч. О, мне он нужен. Я сейчас на него эффект поставлю. Похвала. Похвалу мне за это. Похвалу? Ага. Так. Я хочу так. К мальцу. Ты к мальцу добрался? Да-да, я убил его. Да ладно. Серьезно? Да. А как зомби, ты? Которые за текстурами, что ли? Слышь, какая тишина сразу стала. Ну, я просто музыку выключил. А где малыш был? Он где-то там был. А, ну вот где ты сейчас, кстати, находишься. Он, видишь, я тут шкаф опрокинул. Хрена, отойди, вот ты бы это видел. У тебя здесь ничего нет, да? Вот тут. Нет, у тебя посылок тут дофига. У меня вот здесь вот три друг на друге лежат. Не, ты потом посмотришь, ты просто... Ты в таком шоке будешь. Ну сколько их примерно на глаз? Во всей комнате? А, их тут во всей комнате. Штук 15, наверное. Может... А, ну немного так. У меня тогда в одной куче там штук 20 лежало, очень жестко. Не, ну тогда у меня тоже в одной куче штук 20 лежало. Так прикольней. Ну просто такая кучка стояла, еще потом отдельно. Ладно, на первый этаж и на этом серию завершаем, я думаю. Тихо, Дес, ты слышишь? Иди сюда. Чего? Иди сюда, прислушайся. Ничего не слышу. Вообще ничего не слышишь? Так. Все, выбегаем. Блин, у меня такой звук странный, а как будто, знаешь, как будто где-то газ вот. Не знаю, у меня такой же странный звук, как будто кто-то с веревки спускается с троса. Ну или типа того, а. Это какой-то глюк после того, как мы с тобой начали диалог, когда ты спускался с троса. И умер. И мы начали диалог. И этот глюк теперь у нас по сей день сейчас приветствует нас. Такой, ну, неприятный такой звук. Такой... Да-да-да-да-да. Но это трос. Так, иди сюда, чертеж, я тут аптечку... Чертеж, ядовитая хрень. Короче, я тут аптечку открыл, ну, я думаю, машину ты найдешь. А... Да. Сейчас я найду. Ядовитая хрень. Между ног причем ядовитая хрень. Ха, кстати, этот звук рядом с тобой. Я вот подхожу к тебе, и этот звук появляется. А это у тебя случаем не оружие такой звук издает? А... Кстати, хрен его знает. Ну-ка, Пеп, поменяй. Еще раз. Возьми какой-нибудь пистолет. Во! Тишина и покой. Достал тебя вообще этот, блин... Господи. Господи. Дизлайк Дезу за такие звуки страшные. Так, ладно, завершаем серию, наверное.